Мощный взрыв прогремел на одной из военных баз к юго-востоку от Багдада. В толпу военнослужащих, которые стояли в очереди за зарплаты, проник террорист-смертник и привел в действие взрывное устройство. Погибли 40 человек, около 60 получили ранения. Среди погибших – солдаты иракской армии, бойцы суннитского ополчения САХВА, воюющие с группировкой «Исламское государство». Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.